Юринджа, кризис – это та ситуация, когда красную икру мажешь на черную, а хлеба не хватает. То есть привычки остались, а ресурсной базы уже нет. Так вот, я хочу пить за то, чтобы наша ресурсная база всегда опережала наши привычки. Ой, как у вас круто, как у вас толерантно. Один мой знакомый еврей в таких случаях говорил: Любочка, ты знаешь, жизнь такая странная штука, вот иной раз, ну нет хлеба. Хочешь, не хочешь, ешь печенье. Это где-то в этой сфере. У меня ушло 20 лет, чтобы понять мудрость этого изречения. Ну что, за греческий вид кризиса, ребята? Однозначно. Потому что я вчера гуляла по Метрополиус, нельзя было протиснуться. А я с работы выхожу, я на Эрму работаю. Я пока дойду до метро, у меня полчаса. Эти два-три дня.